поехала я на встречу на Трубную. Пока никого нет, думаю погулять. Руки мерзнут, но иначе камеру неудобно держать. Перчатки я сделаю. Красиво оформили так. Я когда в прошлый раз приезжала, по-моему, 2 недели назад это было. Здесь не было ограждения. Наверное, шары подперли все с нижних уровней. Тут такой медвежонок прикольный. Типа этот самый, как называется, лебедь. И еще какие-то зверушки. О, это трон Деда Мороза. А, типа эти самые солдатики из Щелкунчика. И там вот еще какой-то гриб. Медвежонок самый клевый. Вот, в общем, сейчас похожу 5 минут, померзну, 10. Посмотрю, я тут должна была на улице с девочкой встретиться. Не знаю, пришла она или нет, в черном пальто. А вот гриб весь в снегу и матрешка. Ну, очень красиво оформили. Вот, и эти цифры 2017 тоже очень красивые. Но... руки мерзнут, несмотря на то, что в варежках, в перчатках. Я как-то в прошлый раз приезжала, здесь еще был такой туннель красивый, весь в лампочках. Сейчас убрали его. Дрыга. Да, не знаю, где моя девушка будет стоять. Я сейчас тусуюсь тут еще 10 минут, не знаю, 5. Уж больно руки мерзнут. И пойду. У меня замерзла камера, походу. Так, все, народ, 5 минут я околела. У меня заледенел экран. Это прям удивительная вещь. Руки заледеневают, мерзнут просто. У меня замерзла уже правая рука. Не знаю, куда ее пристроить. Она в карман, блин, в перчатке, в варежке. Я еще в карман ее засунула. Сейчас погуляю, потому что ровно в 6 я должна встретиться с женщиной в черном пальто. Но я без понятия, где она будет стоять. Сказала, возле информационного столба, но тут как бы на улице его нету. Вот, так что вообще народу довольно-таки мало и совершенно неудивительно. На улице просто неимоверный дубак. Я даже не знаю, сколько температура какая. Так, ну все, народ, я замерзла. Поняла, что руки у меня уже все окончательно замерзают, так что увидимся дома.